Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Леди Леска. И привет, друзья. Добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня у нас будут различные катаклизмы, природные катаклизмы в Майнкрафте. Сегодня мы переживем сначала один катаклизм, потом второй, а потом третий. Но какими именно сегодня будут у нас различные эти ситуации и катаклизмы, вы узнаете уже в этом видео. Ну а кстати... Так, ух ты, ребят, что-то у нас прям тут дрожает, все начинает. Это, ребят, походу один из катаклизмов, который Ларина! Называется землетрясение, Леска, по-моему. Так что, друзья, прямо сейчас, срочно поставьте лайк под этим видео, для того, чтобы землетрясение прямо сейчас остановилось, потому что это прям реально не по себе тут становится. И, конечно же, жмите на кнопку подписаться, чтобы в будущем ничего не пропускать. Фух, так капец, походу, еще недостаточно лайков набралось, потому что землетрясение не останавливается. Кстати, Леск, Лубик, а вы в реальной жизни когда-нибудь чувствовали землетрясение? Да. Тоже в реальной жизни чувствовал. А я под столом прятала. Да, это очень страшно. Все, закончилось, наконец-то. Мне нормально было как-то. Не, Лубик, мне было, я несколько землетрясений чувствовал, это прям не по себе на самом деле. Да, я под столом просто сидела и все. Ну это да, техника безопасности. Ладно, давайте приступать. В общем, я думаю, то, что начинаем сегодня с вами слева направо. И перед началом, перед тем, как мы зайдем в эти двери, я предлагаю сделать каждому маленький prediction, короче. Попробуйте угадать. Вот белый цвет, что это за катаклизм такой? Вот эти всякие штучки тут лавина, летают. Лавина. Лавина? Типа, думаете, снег какой-то? Да. Я не знаю, я пока ничего не буду говорить. Ну что, заходим тогда, давайте, кто пошли первый? Чем? Давайте по очереди. Ну, Бэтс, забегай, я? Давай. Давай, давай, давай. Давай. Опа! Это, ребята, торнадо у нас. Да, получается сейчас, смотрите, у нас пошло время ровно 5 минут, и за 5 минут нам надо с вами построить базу для того, чтобы нас с вами не унесло сегодня. И попытаться спасти также животных, наверное. Ну, давайте, наверное, общую. Я думаю, то, что так будет быстрее. Да. Все, ребят, 5 минут. И через 5 минут... Посмотрите на ветер. Та текстура так похожа на снежок, мне казалось. Текстура? Это что за слова такие, Нубик, говоришь? Ой, ну Бесса сейчас в художественную школу уже ходит. А, понятно. Я думал, технические аспекты снова какие-то. Это не технические аспекты. Текстура это не только техническая, это как и на вид выглядит. Понятно, Нубик, ладно. Верстачок сделали? Так, да нет, еще не сделали, я просто доски добыл. Так, все, сделал верстак. Я уже сделал. Я не буду делать. Так, это сюда, это сюда. Так, я пошел за камешком. Короче, где у нас тут камешек, а камешек у нас есть в реке. А также в реке есть уголек. Вот. Ё-моё. Ребята, еще, наверное, нам надо будет еды добыть, если мы с вами сейчас голодать начнем. Нет, Нубик, я думаю, что если бы испытали, мы бы сейчас уже тут не сидели бы все. Так, это сюда. Так, это тоже добываем. Ребят, хотя, знаете, с другой стороны, наверное, из дерева было бы все-таки побыстрее, да, построить? Потому что камень, пока его очень много надо будет добывать. Так что... Да, давай, я пока сделаю себе каменный топор и начну добывать тогда дерево. Нубик, мы тогда тебе добываем ресурсы, ты строишь, окей? Да. Все, договорились. Я буду еще Леска, короче, ты все равно камень подбывай для того, чтобы печки сделать. И уголь подбывай, чтобы еду жарить. Хорошо, хорошо. Эти слова и говорить непонятно еще, Нубик. Джунгельский, говорит джунгельский. Тут джангл, тут текстура какая-то, Нубик, господи, что текстура происходит вообще? Текстура, это не только технический аспект, это еще и... Но возле двери, Нубик, это явно технический аспект произошел у тебя. Это не технический аспект, я имею в виду то, что оно выглядит как лавина. Ребят, уголь есть, так что... Отлично, отлично. У меня яблочко, кстати, нашлось, ребят, только одно яблоко. Почти 2 минуты прошло, ребят. 3 минуты остается до цунами. Так, Нубик, я тебе даю, короче, доски. А давай сделай низ из таких и джунглевских, а вверх из дубовых досок. Держи тебя. А что такое? А что не ломает? Нубик, топор какой нужен? Правильно, каменный. Так, что давай, наберешь. На, держи, я пойду себе другой сделаю. Спасибо. Так. Так, стекла переплавляем. Да-да-да, окна нужно будет сделать. Ты говоришь, пол сделать из... Не-не, я имею в виду, у тебя сейчас фундамент сделан из досок джунглей, а попробуй сделать посередину из... Ну и пол, например, можно тоже, да, из дубовых сделать. Так, давайте, да, давайте, давайте, давайте. Понятно то, что первостепенная задача на данный момент это выжить, но все равно не будем забывать о... Какой-нибудь, не знаю, сказала, красоте. Так, еще немного булыжника добываю, чтобы себе и на топор, и на все. А, подожди, пол будет из тех досок, не джунглейских, а что еще будет из джунглейских, я забыла. Ну, Нубик, делай как хочешь, у нас 2 минуты 10 секунд остается до торнадо. А, реально? Да. Йом, Нубик, дай мне немного досочек, пожалуйста, мне сейчас срочно надо инструмент сделать. Любых, 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 мне просто палки нужны. Так, резко. Ё-моё. Так, это сюда, это делаю, короче, каменные так, инструменты. Я застраиваю. Если у тебя булыжник есть для того, чтобы печку еще сделать? Так, я одну уже сделала, сейчас поставлю. Нубик, я тебе возвращаю, короче, доски. Вот, строй там. Сделала, да, печку, получается? Сделала. Уголь тоже добыла, а да? А мне окна делать? Ё-моё, песок ты добыла, да, окей.
Так, давай тогда перемещаем все вовнутрь. Сейчас, секундочку. Перемещаем сюда. Все, все плавится, отлично. Так, пойду еще немного камня добуду, чтобы этого быстрее все шло. Да. Так, это сюда немножечко, это сюда. Минута 25 секунд. Минута 25. Минут 25 это вообще не... Крышу главное делать. Нубик, у тебя досок хватает? Нет, давайте. Давайте, ребят, поднажмем. Она сейчас просто унесет куда-нибудь вон туда. Посмотрите на небо, какое сегодня. Я не хочу, так. Так, сейчас я зайду за дубовыми досками, срочно. Так, добываем. Давай. Отдаем сюда. Что угодно. Так, здесь есть? Резко, ничего страшного. 20 досок несу. Че у нас за фигня получается? Держи, Нубик. Так, стекла есть? Давай нормальную высоту. Так, раз. Леска, все, реально не успеваем. Короче, придется походу так оставить. Ой. Так, это сюда, это сюда, в эту сторону. Так, дверь нужно сделать. Нубик, отойди, не могу стекло поставить. Поставь. Все, ставлю. Отлично. Дверь делайте, у кого доски остались. Ой, у меня ерунда. Ставь, Нубик, дверь. Леска, залетай скорей. 33 секунды остается. Так мы курочек не спасли там. Каких курочек? Нам бы самих себя уже спасти вообще. Леска, она курочек этих. Какой-то реально этот квакозябра получилось просто. Леска, выживем зато, выживем. Выжим, Нубик. Из нас все выжимется, пока мы сейчас этот нас дом снесет просто. Улетим куда-нибудь в космос. Реально. 15 секунд, ребята. Ой-ой-ой. Еще вообще немного. Хрюнечка, давай заходи быстрее. Хрюнечка! Быстрее, заходи давай, глупенькая. Не хочешь, ну ладно, закрывай, Нубик, все, 4 секунды остается, 3, 2, 1. Друзья, секундочку внимания, напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного, футболки, худи, пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай, ссылка под роликом, а теперь назад к видео. Началось, ребята, держитесь, сейчас тут просто все крутится, вертится, я вообще ничего не слышу, что творится. Нубик, это торнадо вообще-то называется. Ты видишь, как все вокруг нас сейчас крутится, просто это, не знаю, что происходит. Что, Леска? А, так, стойте, погодите, у нас же это, стекла есть. Давайте посмотрим, что над нами происходит. Так, сейчас. Ой, ё-моё! Нубик улетела, Леска. Ну, Боуни, возвращайся к нам скорее. Нубика просто как в пылесос засосало, короче, куда-то. Там что-то коровы летают, свиньи летают. Вообще непонятно, что происходит, честно говоря. Ну, Боуни! Я не вижу. Нубик, ты где? Как у тебя дела? Ты летишь, у тебя там все нормально. Ё-моё, это все очень... О, курочка по деревам. Курочка! Нубик! О, нет. Нубик, давай к нам скорее возвращайся, заходи. О! Чё, как оно, Нубик, было это дело? Но я думаю, знаете что, ребят, мы будем не мы, если мы, конечно, выжили, мы челлендж проверили, но давайте также проверим, что же все-таки будет, если мы сейчас откроем крышу и все вместе улетим. Леса нет, так, а я вылететь не могу даже, погодите. Леска, все, давай, пока наберешь, короче, ё-моё, что происходит? Ребята, это просто, я не знаю, я очень высоко улетел. Я здесь где-то лечу. О, нет. Все, ребят, короче, возвращайтесь назад, возвращайтесь к нашим комнатам. Компасик. А куда его надо? О, посмотрите, что просто вокруг происходит, ребят. Это просто атас какой-то. А знаете, я первый раз так как, не знаю кто, вылетела так наверх и полетела. Слушайте, ну это смотрится прикольно, на самом деле, да? Прям такие ливни сильные очень. А это дождь? Это дождь, да, такой прям идёт жесткий. Ветром. Ой, классно. Ну что, ребят, но теперь мы с вами готовы зайти во второй природный катаклизм. Первое было торнадо. Давайте также сделаем какие-то догадки вашей версии. Что это может быть? Это вулкан, по-любому. Что-то оранжевое такое. Да. То есть катаклизм извержения вулкана. Давайте, кто зайдет в этот раз? Первым. Давай, Леска. Давай, заходи. Заходим, засуха. Да. Ничего себе. И, ребят, смотрите, прямо сейчас пошел таймер 5 минут, и нам нужно здесь, знаете, что делать? Вы видите, идет пожар уже прямо сейчас. Вижу. Постепенно все будет сгорать. Нам не надо даже тут ничего добывать, и получается... Леска. Что делать, в смысле? Ну, нам нужно притянуть 5 минут, пол будет исчезать, да, и нам надо будет как-то прыгать и перемещаться, и не улететь, вот так вот. Да, видите, горит все везде, ребят, площадь сейчас будет... Нет, Леска, я сказал, тушить, в том-то и прикол, это засуха, нам нужно скрываться от пожара, пол прогорит сейчас, скоро будем падать, нам нужно придержаться 5 минут. Посмотрите, там уже просто, и там пропасть настоящая снизу. Так, ребят, все, живем. Она зажглась, она убежала. А как так быстро засуха происходит?
Нубик, это уже какие-то, это лесные пожары уже начались какие-то жесткие. А, да, тут все такое сухое, как пустыня прям. Если ты хочешь ставить, но я думаю, что ставить можно делать через, что ставить нельзя. Да, это будет прикольнее, потому что площадь будет сужаться, я же говорю. Я просто думаю, знаете, что мы не выживем тут. Вот я думаю, что выжить можно. Я кажется, мы выживем. Да? Можно куда-нибудь, может быть, встать, ладно, успеем, ладно. Либо еще а что-нибудь. А песок не горит же, да? Песок опадет просто, и все. А. Прошла минута 10, осталось еще 3 минуты 50 секунд. А, 3 минуты, что ли? О, погодите, а тут, ребят, пожар почему-то потух. Прикол, что случилось, интересно. Так, у нас один... А зачем? Шучу. Я имел... Это шутка, я подумал... У нас тогда уже не природный... Слушайте, смотрите, огонь как будто бы реально потихоньку останавливается, что ли, начинает. Что за фигня? Может быть, ослабевает? Может быть. Но тут на самом деле ничего не ослабело. Тут на самом деле так, тут разгорается. Вот с этой стороны вообще ничего нет, реально. Странно это как-то, странно. С другой стороны, конечно, это наоборот плюс... То, что оно так произошло. О, а сейчас, ребят, кажется, это пошло уже прям очень сильно все гореть. Чё, так ламы падают, все просто падают. По-видимому, температура поднялась еще больше. Так, ребят, аккуратней, аккуратней. Возможно, этот пожар сейчас тоже остановится, и мы тогда с вами точно до конца сможем продержаться. Так, держимся. Оно прям это к центру все смещается очень сильно. Так, аккуратно. Хотя, знаете, маленькие островки все же в воздухе еще остаются. Может быть, получится запрыгнуть на них там. Да, думаю, мы выживем по-любому. Так, сейчас тут этот песочек. Песок падает. Нет, я не буду тут стоять. Тут сейчас промалимся. Песок может пасть, да, я боюсь как-то. Так, ё-моё, здесь ничего не видно. Это все вообще, на самом деле, раньше вообще не горело. Ой, ё, загорелся. Капец, так, аккуратнее, ребят. Ё-моё, что так время медленно идет вообще, ребят. Медленно очень время пошло. Да. Ой. Слушайте, а тут горит? Нет. Спокойно, спокойно. Как будто бы здесь поменьше горит, да? Пока да. Ой, оно еще тут сужается. Кактусы падают уже. Нас отрежет. Там мы сейчас, давайте на один остров куда-нибудь вот сюда вот, может быть, встанем. Давайте вместе. Там маленький остров, поэтому мне кажется, тут надо держаться. О, а если вот сюда? Вдруг он отсюда не пропадет, может быть, здесь как-то стоять? А так можно было? Ну не все вместе, наверное, то мы друг друга столкнем просто. Ой, да, так, огонь рядом. Держимся. Так, у меня тут тоже поджигается все прям под ногами. Кстати, мы не один климатный этот самый не угадали. Климатный? Стихию не угадали. Да, ну да, климатная стихия, да, такое точно не угадаешь. Так, остается еще минута 15 где-то, минута 25 примерно. Ой, кто горит? Леска, выходи из огня скорее, ты чё? Сейчас лесоуни тоже меня пропадет. Чё тушить-то? Чё мы стихнем? Воды нет. А как? Все, жди, пока потухнешь, Леска. Леска, да нет, вот, я. Всё. Нормально, живем. Минута. Спасибо. Минута 0,5 остается. Почему-то загорелась опять я. Фух, ребят, минута походу сколько? Да, мы с вами выживем. Просто минута уже. Хорошо. Ой. Фух. Почти вообще ничего не осталось, под нами сейчас находится пропасть. Знаешь, как-то вот стоишь. Так, тут нормально. Все, живем. Все, ребят, по-моему, пожар стих. Вот этот наш островок, он вообще сейчас абсолютно не горит. Хотя нет, по-моему, там какой-то очаг еще есть. Главное только сейчас это не упасть, головой нигде не удариться, а то это все получится зря. Мы тут это стояли, все это время выживали. Так, ну-ка, если вот так вот немножечко. Тут можно, ребят, кстати, реально просто вот так вот паркурить по-всякому. Опа. Я оказался здесь. И тут что, возгорание есть. Смотрите, все. Это последнее место, вот на котором я сейчас стою. Здесь еще немножко блоки горят. И потом уже все. Только деревья в воздухе остались. Я боюсь, только я сейчас упаду. Ну не упади, Нубик. Так, если туда... Опа, я сюда перебралась. Выжили? Да, я думаю точно, да. Оно все потухло. Все, пожары утихли, это самое главное. Что, перемещаемся назад? Так, возвращаемся. И остался последний катаклизм, это что-то синее, что-то синего вот цвета. Именно. Можно? Наводнение? Да, ну да. Это цунами по-любому. Либо цунами, либо наводнение, либо что-то с этим связанное, да. Потому что это по-любому вода. То есть, ну что еще синее может быть, связанное с катаклизмами? Ты первый зайдешь туда? Давай, да, потому что я еще не заходил. И погнали! Да, ребят, наводнение, заходите скорей. Наводнение, ура! Опачки. Так, что у нас тут происходит? А я думала, это черепаха, прикинь, говорю. Тут все, что ли, в лодках? Тут все в лодках. Ребята, короче, как выживать? Я вижу на дне какие-то сундуки. Тут еще, кстати, лодки, наверное, есть свободные?
Да, вон там лодку вижу. Можно вместе с животными. А вот еще лодка, вот же свободная. Короче, под водой находятся сундуки. Я думаю, то, что нам нужно их с вами собирать и сделать какую-то по типу подводную на этот раз базу против наводнения. Подводные головы? Какие головы? Это что-то я из прошлой жизни. Ладно, забыли. Подводную в смысле этот, ну, базу просто сделать, я не знаю. Потому что наводнение сейчас у нас просто... Так, я костюм нашел, кстати, водолазный. Так, я его надеваю. Так, стекло нашел. Ребят, я нашел много инструментов. А я нашел печки. Ой, Эска, я не понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, ну, Эска. Да, тяжело, тяжело. Ну, хороший костюм у тебя. А, да, спасибо. Так, Лубик, у тебя что-то нашлось? Катушки, я нашел. Да, две лестницы. Так, ребят, мне нужно немного инструментов тоже. Сейчас будем начинать строить. О, там сундук. Тони, ну вы ко мне идите, я вас... Давай, я за тебя плыву, плыву. А, нашёлся сундук. Смотри. Хоп. Так, ну-ка. Я не могу тебе в руки дать. Так, топор, топор, кирки, все забираю. Так, это тоже забираю. Короче, погнали. Это будет наш маленький фундамент. Так, сюда. Смотри, я тебе даю. Стой, стой, ну-ка, все, все, все. Это в эту сторону. Это, Божечка, в эту сторону. Что у тебя есть? Так, это раз, два, три. Так, потом вот в эту сторону немножко. Короче, план такой. У меня много стекла. Я хочу сделать вот такую вот квадратную штуковину. И стены сделать полностью из стекол. Вот, но у меня нет двери только. Двери есть у кого-нибудь? У меня. А вы все сюда пятки? Ну вот, отлично. Так, короче, ну-ка, 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 ну-ка. Раз, два, три. Короче, Дубик, ставь сюда дверь. Вот, это сюда. Так, это мы заполняем. Здесь тоже почти готово. Так, сюда немножечко. О, нет, что-то со стеклами не подрассчитано получилось. Ребята, у вас стекла больше нет, да? Нет. У меня, получается, 4 осталось стекла. У меня вообще ничего. Вот. А стойте, а у вас блоков даже нет, да? Да, нету. Ого, вот это у нас проблемы с вами. Так, придется разбирать, у нас с вами потолка нет. Придется, походу, вообще какую-то перепусечную базу сейчас делать. Не повезло нам. Вообще не повезло. Так, стекла придется ломать в холостую, куда-то пустили их. Так, ну-ка. Так, это сюда. Ой, ребята. У нас опять сегодня какие-то базы, погребы получаются. Так, раз, два, три, четыре. Так, это сюда. О, давайте, ставьте крышу. Ставьте крышу. Что за тяги? Отлично, все, даже еще немного осталось. Короче. Кровати? А, ребят, у меня 4, оказывается. Так, а как тут ходить вообще? Это вот сюда? Все, ставьте там что-нибудь, я не знаю, у нас есть что мы там переуплавлять, может быть. А, да, курица есть. Давайте, ставьте. Что, Нубик, у тебя есть? Курица. Ну, тогда ставь курицу, что ж поделать-то. Все нормально? Вот, да. Все, отлично. Так, ну пока наводнение что-то это, нет, пока все нормально. А наводнение как выглядит? Наводнение вот так. Капец, темно стало. Капец, как же. Что за звук идет? Животные куда-то, все, до свидания, короче. Они летят? Они всплывают, Нубик. Что-то так темно прям стало, реально, не по себе. Слушайте, знаете, наверное, из сегодняшнего самое страшное это наводнение. Оно прям очень страшно, реально. И очень опасно. Ох, ну что, ребят, базу мы с вами сделали. Я предлагаю, наверное, возвращаться назад скорее отсюда, потому что мне реально тут по себе тоже становится. Фух, здесь на самом деле намного лучше. Да, что-то просто как-то мгновенно стало темно как-то очень. Да. Вот. Чего у тебя на Я сказала, нет, нет, у меня фобия глубины. Да, но у нас сегодня вот, друзья, короче, вот такие вот тяги на ногах. Сейчас тебя вообще что-то... Сейчас за башмаки реально какие-то, не знаю. В общем, мне сегодня больше всего понравилось, наверное, торнадо. Однозначно, вам, ребят, что? Мне тоже торнадо, торнадо. Первое тоже, да, торнадо. Тоже, друзья, пишите, что вам понравилось сегодня больше всего и что вы считаете самым опасным. Ну, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике, всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.